Šogad pirmo reizi izstādē piedalījās arī Valgas Arodu skola, kas piedāvā apgūt vairākas programmas latviešu jauniešiem. Мы учим молодых из Латвии уже несколько лет. У нас сейчас будет логистика и международные перевозки. Это после среднего образования, и там учеба на английском языке 2 года. И это будет на 5-м уровне квалификации Европейского Союза, и можно идти дальше прямо в бакалавриат на университетском уровне. Кроме того, после основной школы, после 9 класса, у нас 2 профессии, которые мы предлагаем для латышской молодежи. Это обработка дерева, столяры. Это будет 3,5 года и совместная работа с Валгской гимназией. Они у нас получают профессию. И в Валгской гимназии на латышском языке среднее образование. Между прочим, у нас учителя тоже говорят по-латышски, значит, они всю эту школьную программу идут на латышском языке. И у нас тоже предмет эстонский язык, так как они немножко будут знать эстонского языка тоже. У нас есть и профессия, это... Дребнекс. Это для девушек, и это тоже после основного образования, после 9 классов, и будет 3,5 года, и тоже есть возможность получить и среднее образование в Валгской гимназии на латышском языке. И у нас учеба будет тоже на латышском языке. В школе у нас на эстонском языке мы подготовим молодых людей в 9 разных профессий. У нас школа совершенно новая. Постройка была с нуля. И все было готово летом 2011 года, когда мы получили инвестицию с Европейского Союза. Это мы не только дом получили, дома, но мы получили и оборудование на очень высоком уровне. У нас есть общежитие. Кроме того, еще школа находится 100 метров от латвийской границы. Валге. Но Валка там видно с окна. Но мы довольно интересное место, и мы хотим развивать вот это международную роль. И мы очень ждем и учеников из Латвии. Стипендию они получают, когда, после первого полугодия, если все в порядке с учебой, школьный обед, в каждый школьный день это бесплатно. И те, которые издалека, скажем так, раз в неделю общественный транспорт домой и обратно, эта школа выплачивает. У нас по программе так, что четверть времени это наши ученики, студенты на практике находятся. Место практики это в Эстонии и в Латвии. Кроме того, в рамках проекта Леонардо да Винчи и Erasmus Plus, который будет следующего учебного года, у нас где-то так, что 25-30 наших учеников и имеют возможность быть на практике за границей. Es uzskatu, ka loģistika ir vispār ļoti plaša joma, kas attīstās, un loģistikā cilvēki ļoti vajadzīgi. Un tā ir perspektīva joma, protams. Es arī sākumā jau gribēju Latvijā mācīties loģistiku, bet RTU bija tikai 5 budžeta vietas, un principā budžetā ļoti grūti tikt Latvijā. Bet Valgā tas iespējams vienkārši ļoti viegli, teiksim tā, un mācības arī ļoti augstā līmenī. Tu iegūsti internacionālu sertifikātu un plus vēl eirokarta tiesības. Tā kā es domāju, un tas viss pavēlti. Kur vēl citur var tāda iespēja būt?